А теперь пришло время поговорить о том, как освободить измененное сердце. Ваше сердце изменилось, это понятно. Вы покаялись, приняли Христа своим Спасителем. Вы посвятили себя Ему, но свободы все еще нет. Как это? Дело в том, что чего-то еще не хватает. Не получается просто жить в христианской свободе. Нет этой свободы, нет радости. Нет любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. Нет плода Святого Духа. Но знаете, на что я обратил внимание? Даже в новом сердце, преображенном сердце, духовном сердце могут быть болезни. Может быть, закупорка сосудов или клапана. Вы знаете, да, много людей, у которых больное сердце, обычное физическое сердце болеет. Когда болеет сердце, когда больное сердце, все остальное идет не так. Закупорился клапан или сосуды, и все не так. Тут христианин начинает говорить: «Я уже принял Христа своим Спасителем, я посвятил Христу свою жизнь, но все равно все как-то не так. Все равно что-то где-то закупорено». И человек начинает задаваться вопросом, что происходит, что мешает мне обрести полную свободу, что мешает мне быть настолько свободным, каким хочет видеть меня Бог. Я считаю, что в нашем духовном сердце есть три возможные закупорки, о которых мы сегодня и будем говорить. Эти закупорки я замечал и в своей жизни, и за 35 лет моего пасторского и миссионерского служения. Три проблемы, которые снова и снова возникают. Возникают они даже у людей, которые вроде бы твердо стоят во Христе, серьезно относятся к своей вере, у людей, которые действительно стремятся идти за Христом. И все-таки вот эти проблемы у них бывают. Три закупорки. Это вина, обида и беспокойство. Чувство вины мы испытываем главным образом, не только, но главным образом в отношениях с Богом. Даже после покаяния люди все равно чувствуют себя виноватыми. И это чувство вины не дает им освободиться. Человек живет под бременем вины за то, что совершил 10-20 лет назад. Все равно он чувствует себя виноватым. Он не решил вот этот вопрос вины. Он чувствует себя недостойным, виновным. И сатана это использует. Как? Мы поговорим об этом позже. Второе — это обида. Это очень важная деталь, и чаще всего обиду мы ощущаем в отношениях с другими людьми. Да, на Бога тоже иногда обижаются, но обычно все-таки на других людей. Люди получают от жизни удары, испытывают разочарование, и Библия говорит о корне горечи, о горьком корне. Большинство из нас даже не понимает, даже не осознает, что этот корень присутствует в нашей жизни. Мы обязательно об этом также будем говорить подробнее. Но с этим корнем нужно разбираться, этот корень нужно выкорчевывать. Только тогда мы станем по-настоящему свободными. И, наконец, беспокойство. Беспокойство мы чаще всего испытываем в отношениях с самими собой. Когда мы не знаем, что будет завтра, когда мы внутренне стеснены, когда у нас нет свободы, мы понимаем, что далеко не все в наших руках, и нам по этому поводу неуютно. Так вот, если нам освободиться от чувства вины по Божьей благодати, и это возможно, и если нам освободиться от обиды, и это тоже возможно, освободиться от этого яда обиды, и освободиться от беспокойства, вот тогда перед нами открывается абсолютно новое измерение христианской жизни. Той жизни, которую хочет даровать нам Бог. В 118-м псалме, 31 стих, псалмопевец говорит: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». В других переводах: «Я бегу к откровениям Твоим». Как бежать, если нет свободы? Невозможно.
Но когда Бог освобождает, вот тогда действительно бежишь к Божьим откровениям. И без проблем. Просто бежишь, и все, потому что хочешь устремляться к Нему. Потому что Он, Бог, освободил тебя. Итак, давайте уясним для себя, как с библейской точки зрения избавиться раз и навсегда от чувства вины, причем сделать это быстро, как избавиться от яда обиды и как избавиться от беспокойства. Представьте себе, что произойдет, если мы это сделаем. Тогда будет подлинная зрелость, тогда придет настоящая радость в христианской жизни. Да, Евангелие Иисуса Христа приводит нас к покаянию. Евангелие Иисуса Христа открывает нам, что такое посвящение. Но даже после всего этого сердце может остаться закупоренным. Сердце не будет спокойным. Одна из главных закупорок — это чувство вины, угрызение совести. И наша задача — стать миссионерами для собственного сердца. Доктор Дэвид Аллен сказал о том, что трудно стать миссионером для собственного сердца. Мы забываем о собственной боли. Мы забываем об угрызениях совести. Мы пытаемся заглушить все это, вместо того, чтобы разобраться с этими проблемами. Мы заталкиваем все эти чувства внутрь. Сердце как губка. Оно, конечно, впитывает все эти эмоции, но только до какого-то момента. Если мы наполнили его отрицательными эмоциями, то не остается места для любви, радости и красоты. В частности, блокируется наше сердце угрызениями совести, чувством вины. Доктор Ирвин Люцер сказал: «Я убежден, что практически за всяким духовным поражением стоит неспокойная совесть». Люди задаются вопросом: «Ну хорошо, ведь Христос меня простил, почему же я до сих пор не чувствую себя прощенным?» Много лет назад ко мне обратилась одна женщина, которая тогда проходила бракоразводный процесс. От нее ушел муж, нашел женщину помоложе. Она была в шоке. Она написала мне письмо. И в этом письме она писала вот о чем. «В свое время, в молодости, я совершила аборт, я сделала аборт, и я до сих пор об этом вспоминаю. Я исповедовалась перед Богом. Я знаю, что такое прощение. Я знаю, что Бог прощает и забывает. Но меня все равно мучает совесть. Как мне объяснить свои действия этому ребенку, когда мы встретимся в небесах? И я понимаю, что это чувство вины, эти угрызения совести мешали мне быть хорошей женой для моего мужа». Смотрите, она носила в себе эту вину лет 50. Она верующий человек. Она обращенный христианин. Она посвятила свою жизнь Богу. Но духовно она испытала поражение под бременем вины за поступок, совершенный 50 лет назад. Как же быть? Как освободиться от угрызений совести за поступок, совершенный много лет назад? Давайте поразмышляем о том, почему у нас продолжаются угрызения совести даже после того, как мы покаялись и посвятили жизнь Христу. Почему вот это тяжелое чувство остается? Чувство, что я не прав перед Богом, я согрешал неоднократно. И человек чувствует себя христианином второго класса, второго сорта. Он носит в себе вот эту вину. И эта вина мешает ему наслаждаться христианской жизнью. Давайте задумаемся о том, почему это происходит. Во-первых, возможно, покаяние было неполноценным. Может быть, вы действительно виновны, поэтому и чувствуете вину. Вы по-настоящему не покаялись. Вина может быть истинной и ложной. Ложная вина — это когда вы покаялись и разобрались с последствиями греха, но все равно чувствуете себя виновным. Истинная вина возникает в том случае, если вы по-настоящему не покаялись. Вы не взяли на себя ответственность за свои поступки. И Бог не может исцелить вас, если вы не покаялись. Если нет покаяния, нет исцеления.
Нужно принести все это Богу. Так что исповедание, конечно, очень-очень важно. Нельзя просто сказать, да, мы об этом забудем. Нельзя просто пытаться оправдываться. Нельзя как-то извращать ваши прошлые поступки. Нужно с ними разбираться. Как разбираться с грехом? С любым грехом. Исповедоваться. Что значит исповедоваться? В исповеди, в исповедании есть три составляющих. Согласие с Богом. Боже, я согласен с тем, что мой поступок был грехом. Я не буду оправдываться, я не буду как-то обосновывать свой поступок. Я не буду пытаться что-то объяснить. Я просто скажу, да, это грех. Я с тобой согласен. И признаю то, что сделал. Я вот это сделал, и это называется грехом. Нужно назвать грех грехом. Нужно называть все своими именами. Просто вы говорите, Боже, прости меня за мой грех, конкретный грех. То есть вы согласны с Богом, что это грех. И по Божьей благодати вы делаете следующий шаг. Вы говорите, я отрекаюсь от своего греха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28:13. Вот это первая причина угрызений совести. Не было настоящего покаяния. И вот в этом случае есть смысл действительно излить сердце перед Богом. Рассказать Богу обо всем. Вспомнить все, что можно вспомнить. Попросить Бога, «Господи, напомни мне о неисповеданных грехах в моей жизни, потому что, может быть, я не знаю этих грехов. Напомни мне о моих мыслях, о моих настроениях, о моих чувствах, о моих делах, о всем, о чем мы уже говорили. И дальше конкретно скажите Богу, «Боже, да, я признаю, что это грех, я признаю, что я это сделал, я жадный человек, я по Твоей благодати, Боже, отворачиваюсь, отрекаюсь от этого греха. Дай мне благодать, дай мне силы для того, чтобы дальше жить с тобой. Но после того, как мы исповедовались в грехах, почему даже после этого иногда приходит угрызение совести? Эта женщина сказала, что я неоднократно исповедовалась в том, что я совершила грех, совершила аборт. Но чувство вины ее не оставляло на протяжении всех этих лет. Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу второе объяснение, вторую причину. Вот что я имею в виду. Покаяние означает изменение направления моего разума. То есть я раньше шел в этом направлении, я теперь иду в другом направлении. Иногда люди исповедуют грех, но не хотят от него отворачиваться. Я знаю людей, которые исповедуются, а потом снова грешат, потом опять каются, а потом опять грешат. Да, конечно, каяться, исповедоваться все равно надо. Но если человек продолжает держаться за грех, если человек не готов отвернуться от греха, тогда и покаяние будет ненастоящим. Может быть, человеку неудобно, может быть, человеку тяжело, может быть, человеку даже стыдно за свой грех, но настоящего покаяния у него нет. Он не готов отвернуться от греха, он не готов отрезать от себя, отсечь от себя этот грех. Я знаю людей, которые много раз исповедуются в грехе гомосексуализма, но все равно продолжают пребывать в этом грехе. Они говорят, вот такова моя жизнь. На самом деле, в этом случае никакого покаяния нет. Важнейший смысл покаяния. Третья причина, по которой человек продолжает испытывать угрызение совести, испытывать вину. Итак, он исповедался, по-настоящему исповедался, он отрекся от греха, но все равно чувствует вину. Почему? Возможно, не было возмещения. Он исповедовался, но он не возместил. Например, он украл деньги, даже теперь нужно вернуть. Он испортил репутацию другого человека, нужно прийти к этому человеку, попросить у него прощения.
человеку что-то еще надо сделать. В Деяниях апостолов 24:16 Павел говорит: «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Так вот, могу ли я прямо посмотреть всем в глаза и каждому в глаза и сказать: «Да, я примирился с тобой». Да, вы примирились с Богом, а с людьми. Я вспоминаю человека, с которым мы вместе ходили в одну малую группу. Он знал Господа. Он действительно посвятил свою жизнь Христу, хотел служить Христу. Он исповедал грехи перед Господом. Он покаялся в своем грехе, но все равно испытывал угрызение совести. Он говорит: постоянно в моей христианской жизни что-то тащит меня назад. И я не понимаю, что. Я говорю: ну давай это обсудим. И в конце концов он сказал: да, я знаю. Когда-то я работал на одного человека, я у него украл деньги. У меня был доступ к наличности, я украл деньги. Я признался перед Богом, я больше не краду, я попросил прощения, исповедался, все. Но мне нужно вернуться к этому человеку. Он посчитал, сколько денег он тогда украл. Это была значительная сумма. Он вернулся к этому своему бывшему работодателю и сказал: «Я в свое время украл у вас столько-то денег, я хочу вам это возместить, я христианин, я верующий человек, я согрешил, но теперь прошу прощения, и вот деньги». А дальше случилось нечто неожиданное, необычное. Бывший работодатель сказал: «Мне не нужны ваши деньги, но мне нужны ваши молитвы. Моя жена умерла от рака. Я не знаю, что сейчас делать». И тогда этот мой знакомый рассказал своему бывшему работодателю о Христе. Вот так Господь все устраивает. Смотрите, может быть, вам нужно перед кем-то извиниться, попросить у кого-то прощения. Вы нарушили обещание, вы нарушили клятвы. Вам нужно с этим разобраться. Если не сделаете, то так и будете испытывать вину. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Еще одна причина. Вы исповедовались в грехе, вы покаялись, вы возместили убытки, но все равно мучит совесть. Почему? Сейчас что происходит? Сатана. Может быть, сатана обвиняет вас. Библия говорит в Откровении 12:10 о том, что сатана обвиняет братьев. Сатана денно и нощно, день и ночь обвиняет нас перед престолом Божьим. Он умеет заставлять нас испытывать угрызение совести. Кто ты вообще такой? Смотри, что ты натворил. И снова сатана напоминает нам о наших грехах и обвиняет нас в разуме, в совести. Вы понимаете, что вы, конечно, исповедовались, вы все возместили, вы покаялись, все в порядке. Тогда нужно сделать вот что. Признать, что вот эти угрызения совести, это чувство вины от сатаны, и именем Иисуса Христа сопротивляться, противостать дьяволу, и он бежит от вас. Мы обязательно еще вернемся к этой теме. Смотрите, я понимаю, что нужно разбираться с этими сатанинскими проблемами, но все равно иногда я чувствую, что меня мучает совесть. Почему? Что может быть причиной? Другие люди, которые не готовы простить. Другие люди, которые напоминают вам о том, что вы сделали. Напоминают вам о вашем грехе. Зачастую прощение у Бога, прощение от Бога, проще получить, чем прощение людей. Они постоянно напоминают вам: вот, смотри, вот что ты в свое время сделал. Вы исповедовались, вы
все сделали, чтобы примириться, но вам все равно напоминают снова и снова. Да кто ты вообще такой? Как Бог снова может через тебя работать? Как ты можешь называть себя верующим человеком? Все, конец тебе. Ты потерпел полный провал. Люди, порой даже христиане, бывают жестокими. Они не прощают. И мы начинаем думать, да, наверное, они правы. Я недостоин. Я запутался. Бог не может меня больше использовать. Это ловушка, это западня. Сатана действует через других людей. Еще одна причина, которая заставляет вас испытывать чувство вины, заключается вот в чем. О вашем грехе напоминают вам ситуации жизни. Ну, например, человек развелся, но иногда видит, иногда снова встречает свою бывшую жену или бывшего мужа. Или он слышит разговоры о разводе. Я знаю людей, которые совершили прелюбодеяние и покаялись, и разобрались с этим грехом, но всякий раз, когда они попадают в группу людей, где говорят о прелюбодеянии, говорят о грехе, когда кто-то еще согрешил, они начинают вспоминать свой грех, то, что было в их жизни. Я знаю людей, которые совершили убийство, и в разных ситуациях они снова и снова об этом вспоминают, потому что им об этом напоминают. Это очень больно, это очень тяжело. Царь Давид говорит, «Я знаю мое преступление, грех мой всегда передо мной». Иногда невозможно восстановить то, что было потеряно в прошлом. Нужно идти дальше, оставляя прошлое в прошлом. Но это прошлое иногда возникает в различных ситуациях. И в этих ситуациях мы испытываем угрызение совести, чувство вины. И последняя причина, может быть, есть и другие, но последняя из тех, которые я написал здесь, причина того, что мы испытываем чувство вины, мы постоянно проигрываем в своем сознании наши ошибки. Псалом 37, 18-19 стихи. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Значит, он постоянно проигрывает свой грех в сознании. Нужно перестать этим заниматься. Человек говорит, ну вот как я мог так поступить? Как я мог такое сделать? Как я мог так согрешить? И когда мы беседуем с такими людьми, когда мы беседуем с людьми, которые снова и снова проживают свой грех, мы говорим им, перестань. Ты исповедовал свой грех? Да. Значит, все. Теперь он покрыт кровью Иисуса Христа. Знаете, удивительно работает наш разум. Удивительно работает наша память. Зачастую мы забываем то, что надо бы помнить. Ну, например, надо помнить, куда положил ключ. Надо помнить, где очки оставил. Надо помнить, где твой портфель. А мы забываем. С другой стороны, то, что надо бы забыть, мы помним и вспоминаем снова и снова. И вот тогда приходит враг, и враг подогревает все эти чувства. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.